Друзья, хочу поделиться с вами маленьким лайфхаком, связанным с тем, как осваивать любой навык, неважно, играет на музыкальных инструментах и на каких, или вообще что-то отвлеченное, типа там вождение машины, бега и так далее. Есть такой психолог, инженер, физик, многогранный человек Моше Фельденкрайс, и он придумал метод осознания через движение, если я сейчас правильно его назвала. И основа этого метода в том, что когда мы делаем какое-то движение, когда мы изучаем какое-то движение, нам нужно его делать максимально осознанно. Вообще его система была построена таким образом, что при работе с людьми с параличом он делал сначала движение за них. Допустим, надо было поднести стакан с водой к рту. Человек с параличом, он не может это сделать четко. И он нашел метод, который им помогал. Он делал сначала полностью, очень медленно, в темпе супер-супер медленной улитки, движение их руки за них. То есть там было минимум 20 повторений. Он давал телу осознать это движение полностью, каждому, каждой клеточке, так сказать, мозга, простроить эту связь от мышцы, движения, связок к мозгу, давал телу полностью его осознать. И когда человек уже его полностью чувствовал, он начинал его делать сам. То, что у него до этого вообще никак не получалось, ни врачи, никто не мог помочь. И вот я сейчас очень упрощенно рассказываю и предлагаю вам то же самое использовать при освоении, допустим, музыкальных инструментов, поскольку это вот вторая моя область, кроме психологии. Очень здорово проявлять терпение, когда вы учитесь чему-то, и базовые, будь это вещи, или уже сложные навыки, какие-то роллы и прочие штуки, пробуйте именно такой метод. Никуда не надо спешить, будете вы очень быстро что-то повторять, результат получится намного медленнее, чем вы сядете на несколько минут и прям очень медленно, чувствуя каждую, допустим, там изгиб руки, напряжение там в том или ином пальце, какое-то движение очень медленно, лучше вот прям, как он сказал, минимум 20 повторений таких супер-супер медленных для построения обратной связи сделать и потом уже опускаться в более высокий темп. Это обязательно должно вам помочь. Пробуйте, рассказывайте о своих успехах.